В 6-м республиканском съезде судей, который проходит один раз в 4 года, от Восточно-Казахстанской области примут участие 46 делегатов. Один из них – почетный судья Казахстана и председатель городского административного суда Семей Кенжеш Мукашев. В этой отрасли он работает больше 30 лет, за это время не пропустил ни одного из 5 предыдущих съездов и считает, что участие в таких собраниях очень важно для судей. Их в Восточно-Казахстанской области сегодня работает 240, 40 непосредственно в Семее. Это первый съезд с момента вступления в ассоциацию всемирных судов. Это обстоятельство возлагает на нас большую ответственность. На съезде, я думаю, в числе обсуждаемых тем станет и то, какие дела можно рассматривать открыто, какие должны вестись закрыто.